Рюкзак мешается. О, за это. Ой-ой-ой. Thank you.
Лёлик сполз с берега. Видимо, рядом пути. Такая стрёмная горка. Обратно, наверное. Слишком много назад. Ух.
Тамара и... Поехал я обратно. Мне как-то тут нужно сделать проектор, накивать в курили маленькую денежку за билет, тогда просто хорошо не будет ездить, чтобы хоть музыку послушать. Но когда я рассказываю, быстро, пока это дойдет, быстрее не будет разворачиваться, потому что дорога сюда это вообще будет. Совсем разлобанная. Непонятным дорожкам одна ездить здесь.
дальше я уже не поеду. Хер знает, куда тут. Люди идут. Надо фу, жопа с ушами пролетела, нах, надо отсюда выйти. А то она на меня сядет. Потом банан сожру. Thank you.